Сейчас мы зайдем в магазин «Пятерочка» и посмотрим, какие там цены. Честно говоря, давно я уже в «Пятерочке» не была. Так, ну вот, вход. Так, мне корзинка не нужна. Мне нужен только напиток. Так. Фарш. Морепродуктов 104. Ну вот, вы, в принципе, видите цену. Креветки стоят, ну, скажем, 300 практически. Вот, соусы сколько стоят. Так, вот цены на мясо. Вот, это, похоже, стоит вот столько, 200. А вот это, которое минус 30, или я вообще не понимаю. А, да, это, которое минус 30, это стоит вот столько. А вот это, похоже, которое маленькое осталось последнее. Вот, в принципе, такие цены. Сейчас посмотрим. Картошка зеленая какая-то и стоит 90 рублей. Упаковка. Так, чеснок 1 килограмм 200 рублей. Так, чеснок фасованный 46 рублей. Вот эта штучка. Сколько немытая картошка у нас стоит? Непонятно. Непонятно, сколько она стоит. Так, перец стоит 170. Лук тоже непонятно сколько. Так, мандарины 140. Дорого. Хотя, в принципе, здесь мандарины не растут. Так, помидоры 92. Ну, такое. Так, а сейчас посмотрим тортики. И тут есть такой за 169. Я такой пробовала. Он, ну, я бы не сказала, что он очень вкусный. Так, есть, да, 164, я не знаю, что это. Есть вот такой медовый, 250. Вот такой есть, 330. И такой Наполеон тоже 330. Я ни один из них не пробовала. А вот еще один есть такой. Так, сгущенка. Самая дешевая стоит 30 рублей. А если нормальная такая, стоит 80. А вот еще есть по 90, и его тоже 90. Вот столько стоят йогурты. 19, 30, 32, 35. Так. Вот сырки. Тут 24. 23, 35. Сейчас пойдем молоко посмотрим. Молоко 47, 64 вижу. Это, по-моему, а что это за производство? А, перегрузи. Вот это какое-то молоко Сити. 80 практически рублей. 46,5. Так, простоквашино молоко 82 рубля. А кубанская буренка 108 рублей. Вот есть еще такая. За 72. 2 рубля. Сколько тут стоят колбасные изделия? Сейчас тоже покажу. Вот есть сосиски по 128. Это 480 грамм. Есть 28 рублей 300 грамм. 29 рублей. А есть вот даже 210 рублей.
160 рублей. Ну, короче, цены разные абсолютно. Вот 45 рублей вижу. Колбаса тоже абсолютно разная. Вот 160. Ну, цены они такие. Можно найти дешевое, можно найти дорогое. Это зависит, наверное, от качества. Есть вообще даже за 70 вижу колбасу. Блин, какие они классные. Просто милашные. Няшки. И вот эти тоже такие милые-милые. С пандочками или с кем они. Сейчас посмотрим напитки. Есть какая-то за 60 кола. Так, пепси стоит 90. Это 2 литра. Из дешевых. О, я что-то новое вижу. Фанта какая-то новая. Синяя, не видела никогда такое. 74 стоит. Так, кола с корицей стоит 39 практически. Ну вот, в принципе, остальные цены вы и так видите. Вот. Сейчас я быстро пробегусь по магазину, покажу вам магазин. Просто бицен, магазин покажу. Вот. Короче, так выглядит Пятерочка. За продавец. Консультант. Так, мороженое здесь есть? Мороженое было бы интересно посмотреть цену. Да, вот мороженое. Так, ну дешевого мороженого я тут не вижу. А, вот, 12 рублей вижу. Это, наверное, вот это, которое беленькое, бело-синее. Выбор не очень хороший, не очень много выбора. Ну, в принципе, магазин тоже небольшой. Этот магазин находится в Владикавказе. Вот тоже продавец. Ну все, я иду брать напитки, которые мне надо. Всем пока. Смотрите мои остальные видео. Они тоже будут очень интересны. Всем пока-пока.